Во узах страждущих всех наших мы просим: Господи, спаси! Их выведи, как ты когда-то апостола Петра из стен тюрьмы. Мы просим за невинно заключенных, за тех, кто Богу дал обет веру хранить, кто змеи горло пережал правдивым словом, и власть Антихристова хочет их изжить. У Господа премудро все бывает. Господь не даст детей своих сломить и посрамить. Он их смиряет понесенными страданиями, чтоб вере их духовно укрепить. Настанет час, и силу свою нам Господь проявит. С людей спадет гипноза, пелена. Узрят, что с нами делали годами те, кто распяли Сына Божьего, Христа. Велик Бог, долготерпелив и многомилостив, но страшен Его гнев, то знают слуги тьмы, и потому стараются как можно больше в гиенну адову душ человеческих вести. Забыли люди Бога, как предали царя, а после всех вас запутал сын погибели. Под видом толерантности и равноправия творит он свои кровопролития. Очнитесь, люди, жить осталось мало, не за горами Божий суд грядет. Душа сама, от тяжести грехов страдая, на вечную погибель побредет.